движение впереди есть, удар поворотом и утверждению финансовой стабильности. Сейчас очень опасный момент, можно забивать. 1-0. Неожиданно вышел вперед. Во-первых, отметим подкат под Бартру в исполнении Симона Верди в центре поля. И дальше Клаудио Браво вот здесь вот достает этот мяч, а удар поворотом, кстати, Кеку наносил, который вообще всю эту кашу здесь и заварил в центре поля. Атомные цифры, естественно, буду вас с ними знакомить. Бускет с мячом. Сандро побежал, получил пас. Это классика. Это классика. Суть. Смотрите, как Бускетс увидел, как он стартовал. Офсайд, я думаю, нам еще разъяснят, было или нет положение вне игры. Очень трудно всегда судить на разнонаправленном движении защитника и нападающего. Все-таки проявляется несколько иначе. Хороший удар. Суарес с мячом. Несколько игроков рядом с ним, но это не помеха. Прострел. Сандро снова отбирает мяч. Бастон. Можно попробовать пробить. Кеко. Удар поворотом. Найти передачи. Форди Альбо, Неймар в штрафной, Суарес забивает! Только начался. Вот смотрите, как смело пошел здесь Неймар. Не стал убирать ногу. Кстати, Капу он здесь обыграл тем самым. Ну, а дальше уже Луис Суарес, один из нападающих, умение реализовывать моменты которых просто не требует. Вот в поисках Неймара. Мяч идет на Форди Альбо. Суарес очень красиво! Дель Серо гра... Суарес пошел обыгрывать всех подряд. Суарес. Хет-трик Суареса. Хавьер Маскерано или нет? Посмотрите опять на игру Неймара. Есть ли вопросы? Вопросов нет. Офсайда тоже нет. Ну и Суарес абсолютно в своей стихии вылавливает мяч. И опять подсказывает.